пронесло. Ну же, давай порадуемся! Мы выжили! Я много где был, но Серного пруда обычно избегаю. От него мурашки похожи. Может, тут призраки, не знаю. Меняю позицию. Источник.
сдаетесь. Я ваш отец. Вы не мои дети. Найду позицию получше. Вместе мы придем к врагам Эдена. Потрясная песня. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Это самое божественное, что есть в природе. Она всегда в движении. Всегда разная. Она не может исчезнуть. Она всего лишь меняет свой Я рада, что ты помог Пумам в тюрьме. Здесь сектанты осели, когда только приехали в округ Хоуп. Мы думали, они мирные. Кто же знал, что все так повернется? Ладно, Салага, продолжай в том же духе. Приготовимся. Эдемщики отправляют своих ангелов и убийц в паломничество. Раньше это место было для них важно. Теперь они захотят его себе вернуть. Слышал, они направляются сюда. Нужно занять оборону во что бы то ни стало. Вон там пулемет и еще полно всяких жестких ништяков. За работу! Сопротивление должно охранять это место. Сектант. Надо было пожрать с собой захватить. Вера близка к отчаянию. Эдемщики, небось, здорово злятся, что мы разгромили их обитель. Умри, безбожник! Ей, пусть!
Я иду! Я переберусь туда! Ты подходишь! Черт! Спасибо! Я иду! Граната! От твоих грехов! Спасибо за помощь в тюрьме. Я спускаюсь! Не пожалеешь! Дэм! За отца! Живым ты отсюда не уйдешь! Никому не пердеть! Тут пожар! Взорвемся! Пойду прогуляюсь. Прикрой! Прикрывайте! Понял! Ого! Где стреляют? Черт, нет! Патроны! Слышу тебя! Иосифа! Надо залезть повыше! Как же ты жалок, дружок! Прикрой! Я иду! Разведайте, что это? Что? Что это? Грешникам от меня не скрыться! Тебе не скрыть твои грехи! Умы в тюрьме хорошо о тебе отзывались. Надеюсь, эдемщики сейчас кирпичами срут. Прикрой, пока я бегаю! Чувствую на себе взгляд Веры. Пойду прогуляюсь! Прикрой! Поохотиться бы тут опять. Рада, что мы освободили это место. Это символично. Прикрой! Я иду! Ради церкви я готов на все. Подкрепление с юга! Перебегаю туда! Я переберусь туда! Прикрой, пока я бегаю! Пусть!
устроил пожар. Где стрелять? Давай, я прикрою. Что еще? Кто-то стреляет. Туда. Ты не доживешь до коллапса! Я пойду выше. Пошли! Принято! Лучше приступаю! Принято! Что еще? Пойду прогуляюсь! Прикрой! Узнаете, что это было? Прикрой, я иду. Пошарю здесь потом. Точняк. Соберись, они могут вернуться в любой момент. Иду. Мы готовились к стихийному бедствию или кризису, а тут сумасшедшая секта. Святошам такое и не снилось. Круто ты поработал в тюрьме. А мне здесь нравится. Жаль, что у нас мало людей вроде тебя. Что на оленей охотится, что меняю позицию. На охоту бы сейчас. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Прикройте, пока я перезаряжаю! Мы могли бы организовать здесь укрытие для раненых в лапах что-нибудь полезное. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Ты отлично справился там, в тюрьме. Я не хочу думать обо всех ужасах, которые тут творились. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Здесь небезопасно. Чую, пасет циркванутыми. Я все еще чувствую.
чувствую на себе взгляд Веры. Иду на другое место. Ну, удачи! Черт, пушку заклинило! Все ясно! Thank you.
Заряжаю! Отвлекайтесь! Меняю позицию! Же крутая, как яйца в крутую. С ума сойти. Удачно, что у меня в кармане запасные трусы лежат. Почти чистые, я бы сказал. По-другому никак, я все-таки джентльмен. Никогда не пристегивался, нечего и начинать.
кое-что особенное. Бегом! Пора уже завалить сестричку Свет. В смысле, завалить нахрен, а не в кое.
этот проклятый фильм! А я как-то пробовал горного льва. На вкус как киска. Дошло? Горный лев, он типа кошак ведь. Как мне надоели идиоты, которые ничего не смыслят в настоящем кинематографе! Любой может залезть в костюм Омеги, и я это докажу. Вся группа разошлась. Свалили. И знаешь что? Да пошли они нахрен! С Копполой было то же самое. И где он сейчас? Мы с тобой — это будущее кинематографа. Когда нам через год дадут Оскара, эти уроды будут локти кусать. Только представь, крутейший боевик с самым крошечным бюджетом за всю историю кино. Зомби, кровища, взрывы повсюду. Ну, с душой. Сценарий такой. Они убивают твоего щеночка. Слепого, душевнобольного, золотистого ретривера. И ты... Ты слетаешь с катушек! В ход идут битые хедшоты, убийства в прыжке, взрывы, кровавая баня! Одно хреново, я все потратил на освещение, так что на массовку денег нет. Но проблема решается легко. Мы привлечем местных. Особенно этих лысых, безмозглых недоумков, которые тут повсюду шляются. Примани сюда парочку этих придурков, и мы все снимем. Я буду руководить по ходу дела. Поехали, детка, это будет партизанская съемка! Время, деньги, детка! Приведи мне ангелов! Все по местам! Я это вычту из твоей зарплаты! Давай! Шипение горячей плоти! Вспомнил! Шипение горячей плоти! Помни, Катя!
гнева! Тебе никогда это не говорили? Ты воплощение гнева! Тебе никогда это не говорили? Эй, пока они не затихнут! Ты воплощение гнева! Тебе никогда это не говорили? Время, деньги, детка! Приведи мне ангелов! Все по местам! Черт возьми! Нужны еще ангелы! Но второй... Это величайшее достижение за всю историю человечества! Никто не идеален. Все мы порой совершаем ошибки. Найду позицию получше. И даже я. И снято! Зрители готовы ликовать! Я думала, мы наконец-то стали понимать друг друга. Казалось, тебе нужно добиться. Вот и все! Ох ты мой, мы это сделали! Как же я заблуждалась. Ого, адреналинчик. С меня давно. Нельзя быть таким беспечным. Не жди от меня ни добрых слов, ни поблажек, ни жалости. Мы сняли все за один дубль! Выкуси, Финчер! Гениально! А теперь напейся или накидайся колесами, или что там у вас сейчас модно. Ты этого заслуживаешь. А знаешь, благодаря тебе я сегодня кое-что понял. Правда важнее всего, и к черту компромиссы, чего бы это ни стоило.
Спасибо. Никогда этого не забуду. А теперь проваливай! Я займусь монтажом. Могло быть и лучше. И бесшумно, и смертоносно. Словно самый токсичный шипрок. Моя бабка тут работала. Работа ее изгубила. Thank you.
свое место и время, и это не оно. Иногда мне так не хочется, чтобы эта война заканчивалась. Врубай музло! Домой. Только не... Неудачное место. Сменю позицию. Надеюсь, сводишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми. Запчасти теперь хрен достанешь. Сектанты все себе загребают. Все не так плохо.
пинки под зад на втором.
пытается прибрать к рукам всю дичь. Нет уж, я не позволю. По глазам вижу, что ты охотник. Славно. Боюсь, скоро тебе придется добывать пищу самому. Чертовы святоши. Все закатывали глаза, когда они трепались о конце света. Оглянись. Походу, не врали. Закон здесь больше не властвует. Нас некому защитить, значит, мы позаботимся о себе сами. Главное оставаться сытыми и живыми. У меня есть кое-что на продажу. Патроны, снаряга. Сейчас без них никак. Кстати, если подгонишь мне шкур, я хорошо заплачу. Не придется охотиться самой. Нынче мир полон опасностей. Если увидишь проклятых сектантов, стреляй, не задумываясь. Здесь куча выживальщиков. Похоже, у Херакова Сейда тут все схвачено. Хотела бы помочь тебе прикончить Иоанна. Ладно, думаю, здесь ты справишься не хуже. Дела у нас идут так себе, но я верю в Илая. Он соображает. Нас занесло в дикое местечко. Не теряй бдительность.
Тут хозяйничает Иаков. У него целая армия. Не сотрясай воздух, мы и так в курсе. Что-то случилось. Я знал, что Тираков приперся сюда, но думал, что местные дадут ему отпор. Нужно быть готовыми ко всему. Ты дня не протянул. Мне рассказывали о происходящих тут ужасах. Лентой можно все, что угодно починить. Кроме семьи. Ну и дома, пожалуй. Акула, я тебя не расслышала, но меня это вполне устраивает. В этих горах эдемщики тренируют солдат. Они на своей территории. Нас спасут, правда? Не бойся, нас кто-нибудь спасет. Готовься! Ни хрена не круто. Свои корни.
мы забыли, кто мы такие. Довольно. Мы станем убийцами. Мы будем стойкими. Мы будем сильными. Вспомним прошлое. Простую и суровую жизнь. Выживание. Тогда мы были... Поймите, мир стал слишком мягким, слабым. Мы оградились от всех трудностей, страхов, опасностей. Раньше тут были охотничьи угодья. Больше мы не охотимся, не ищем воду, не разводим огонь, не страдаем от голода, холода, жажды. Мы словно мертвецы. Война все исправит. Выживальщики, как белки. Наши силы наберут вернет нас к жизни. И довольны. Вот это я понимаю. В древности мы убивали. Мы были стойкими, сильными, а теперь царит вялость, праздность, слабость. Культура и технологии поставили нас это... на колени. Типа... Увидев нас, круто. Наши предки сгорели бы со стыда. Им было бы противно. Они были бы в гневе. Мы забыли свои корни. Мы забыли, кто мы такие. Довольно. Прикрой! Я иду! Мы будем стойкими. Мы будем сильными. Не думала, что это пушка. Что там? Вспомним прошлое. Простую и суровую жизнь. Выживание. Тогда мы были на пике. Поймите, мир стал слишком... Найду позицию получше. Слабым. Мы оградились от всех трудностей, страхов, опасностей. Больше мы не охотимся. Мы не ищем воду. Мы разводим огонь. Мы страдаем от голода, холода, жажды. Ты! Я тебя вижу! Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Чуть не окочурился. Да что за... Господи! Неудивительно, что они попали в моего кормильца! Цель-то здоровая! Черт! Ай! Ой! Черт! Еще жива. Ну же, давай порадуемся. Мы выжили. Пойду прогуляюсь. Прикрой.
Взрывчики! Удачно, что у меня в кармане запасные трусы лежат. Почти чистые, я бы сказал. По-другому никак, я все-таки джентльмен. Знал, что Хираков приперся сюда, но думал, что местные дадут ему отпор. Блин, я тут подумал, у антифриза поди срок годности есть, а у меня целый гребаный склад. Как знаешь. Тут всем заправляет Иаков. Он бывший военный, ветеран, и к тому же психопат. Эдемщикам насрать, такие дела. Нас занесло в дикое местечко. В этих горах эдемщики тренируют солдат. Они на своей территории. Не сотрясай воздух, мы и так в курсе. Здесь куча выживальщиков. Похоже, у Хиракова Сида тут все схвачено. Не зевай.
На этой вышке будет отличная огневая точка. Ты что, трос спустили? Тросы просто так не висят. Как скажешь. Я убью любое животное одной пулей. Ты права, Грейс. Мир тебе. Thank you.
кормлю вас свинцом! Эта тварь опасна! Уже лечу к тебе! Чё, как, страж порядка? Сейчас буду. Тросы просто. За дело. Ну что, прокатимся? В школе нас к такой херне не готовили. Правда, я не доучился. Я видела Иосифа еще пару лет назад. Thank you.
Пошел, будь готов ко всему. Как тогда, когда в первый раз трахался. Акула, где у тебя кнопка мьют? Я так благодарна за то, что ты сделал. Они запугали нас. Мы прячемся, хотя у них нет права забирать наши вещи или тормозить тачки. А вдруг после смерти ничего нет? Вдруг от наших любимых остались только воспоминания? Круто, что люди больше не будут страдать от тумана. Самое место для сопротивляшек.